Основным политическим событием двух последних недель в Славянском районе, связанным с истечением в октябре 2017 года срока полномочий главы района, была подготовка и выборы главы муниципального образования. На этот раз они проходили по-новому. В связи с изменением законодательства Российской Федерации с 2015 года главы муниципальных районов избираются депутатами советов района. Этому предшествует заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы. 26 сентября 2017 года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Славянский район». Решением комиссии в качестве кандидатов были зарегистрированы и представлены в Совет Славянского района три участника конкурса. Ими стали Роман Синеговский, действующий глава на дату заседания комиссии, Александр Заволока, заместитель главы Славянского района, атаман Славянского районного казачьего общества, и Михаил Дерявко, директор ООО «Черепашья гряда».